Есть душевая кабина. Сколько максимально здесь человек? Она же сказала, либо 3 взрослых, либо 2 взрослых, 2 ребенка. Номера, халаты, тапочки. Реновация 2012 года. Отель выглядит очень хорошо и свежо. Данные номера — это 2 плюс 1. Предыдущий номер был, там возможно размещение 4 человека, соответственно. В ванной и кабина душевая, и просто ванна.